Свет, тепло и вода в каждом доме, порядок и чистота на улице. Это и многое другое обеспечивают нам, незаметные на первый взгляд, но такие важные и нужные работники сферы жилищно-коммунального хозяйства. Вот с одной стороны, что такое ЖКХ? Да? Люди когда-то обращаются, когда что-то пошло не так. Вы представляете, что происходит дома, если вдруг авария, выключился свет? Скандал. Без воды ни туды и ни сюды. А если ремонт некачественный, так это скандал в семье, представляете? Причем небольшой, но на долгие годы, пока он не будет устранен. Поэтому, конечно, от сферы ЖКХ зависит очень многое. Высококлассных специалистов, преданных своему делу и трудящихся на благо жителей Подмосковья, собрал 21-й конкурс «СМОТР. Лучшие по профессии», организованный Министерством ЖКХ Московской области и прошедший в Одинцове. В этом году за призовые места боролись 228 сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства из 53 муниципалитетов. Разрешите самое важное. От министра Московской области Береховского Антона Алексеевича, от всего нашего министерства, вас, во-первых, поблагодарить самых лучших, которые были избраны с каждой территории. Мы с вами все вместе. Наша отрасль очень важная для всех людей, для нас, для жителей Подмосковья. СМОТР проходил по 10 специальностям. Это электрогазосварщики, машинисты насосных станций, слесари аварийно-восстановительных работ, столяры-плотники и другие профессии отрасли. На практических испытаниях у участников были зоны, где они демонстрировали членам жюри свои знания и навыки. Многие, как и рабочие по уборке придомовых территорий, выполняли задания на время. У нас было время выполнения, алгоритм, нужно было одеть перчатки, разобраться в пакетах, куда, что, чего, правильно выбрать инвентарь, у них был ассортимент инвентаря. Также, естественно, оценивался, это самый высокий балл, это чистота выполнения работ. Конкурс проводится с целью повышения престижа профессии сферы ЖКХ, определения уровня знаний и навыков у сотрудников профильных предприятий, а также является отличной возможностью обмена опытом между работниками. У каждого профессионала есть какие-то свои маленькие секретики, которые можно увидеть только в работе. А здесь как раз встретились профессионалы, потому что каждый участвующий в этом конкурсе прошел уже конкурс на своей территории. Каждый округ проводил конкурсы, и сюда приехали победители этих конкурсов. Поэтому здесь лучшие из лучших. И когда встречаются люди с таким большим и богатым опытом, они всегда найдут, чем с друг другом поделиться из своего профессионального опыта. Для многих работников сферы подобные мероприятия являются отдушиной и возможностью хорошо отдохнуть, полезно провести время и побывать в разных округах Подмосковья. Слесарь АВР систем водоснабжения и водоотведения Вячеслав Сбрыкин в конкурсах «Лучший по профессии» участвует уже 12 лет. Мужчина приехал из Электростали и получил приятные впечатления от Одинцовского округа. Большое спасибо городу Одинцово, его мэру, представителям администрации всем за проведение такого обалденного праздника для нас, работников жизнеобеспечения. После выполнения всех профильных заданий – торжественная церемония награждения победителей. В каждой из 10 профессий были определены первые, вторые и третьи места, а также лучшие в дополнительных номинациях. Призерам вручили почетные грамоты и полезную технику – планшеты, ноутбуки, плазменные телевизоры и другие полезные в быту вещи. Были среди победителей и работники организации Одинцовского округа. Участников было много, квалификация высокая. Выбрать кого-то было очень сложно. И я очень рад, что победителем оказался наш сотрудник. Все очень классно, очень рад. Хотел бы пожелать всем остальным также поучаствовать и получить награды. Подарок замечательный. У меня, между прочим, телевизор из строя вышел, вот прям как раз то, что нужно. Полина Толмачева, Анна Роднищева, телекомпания «Одинцова».